Эпидемия COVID-19 заставляет искать ответы на очень сложные вопросы. Когда появится вакцина? Я во многое не верил до начала этой эпидемии. И как долго эпидемия может продлиться? Частота провалов довольно-таки высока. Фильм Антона Красовского и канала RT «COVID-19. Лекарство от коронавируса». Смотрите сегодня в 23:00 в эфире НН ТВ и «Время Н».